Вам знакомо ощущение закрытого пространства? Что-то похожее происходит, когда управляешь компанией по классической схеме построения сетевой инфраструктуры. Работу сотрудников приходится контролировать через стационарные программы на ПК. Чтобы инфраструктура отвечала растущим потребностям бизнеса, нужно постоянно увеличивать бюджет на закупку железа, софта, поддержку и обеспечение безопасности корпоративных систем. При поломке сервера уходит немало времени на восстановление данных. В худшем случае информация попросту теряется, а времени на коммуникацию с сотрудниками катастрофически не хватает. Что же делать? Облачный сервер — это онлайн-хранилище, в котором данные хранятся на многочисленных распределенных в сети серверах. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом облаке, которое представляет собой один большой виртуальный сервер. В отличие от моделей хранения данных на собственных выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, информация компании хранится не только на местных компьютерах, но и в виртуальном облаке. Это позволяет избежать потери любых данных даже при поломке персонального компьютера. Облачные решения позволяют автоматизировать бизнес-процессы, гарантируют надежность и безопасность хранения корпоративной информации, оперативные изменения документов, прозрачность работы и скорость выполнения задач для каждого пользователя. Облачные сервисы Microsoft легко справляются с этими задачами. Мы подберем для вас подходящее облачное решение. В зависимости от специфики вашего бизнеса, наши специалисты помогут подобрать оптимальный набор возможностей онлайн-сервисов, произвести настройку конфигураций, поддерживать работоспособность IT-инфраструктуры, подключить и обучить пользователей работе с облаком. Мы оптимизируем, настраиваем и поддерживаем облачную структуру под запросы вашего бизнеса. Можем интегрировать компанию или пользователей в уже отлаженную существующую IT-инфраструктуру. Использование облачных сервисов позволит вашей компании повысить эффективность бизнес-процессов и сэкономить средства на электричество, приобретение новых серверов и лицензии для сотрудников дополнительного обучения. Компаниям не придется думать об устарелом офисе, ведь Office 365 — это всегда последняя версия Microsoft Office. Благодаря работе с онлайн-сервисами и усилиям нашей команды, ваша информация никогда не потеряется и будет всегда доступна, где бы вы ни находились.